Спортсменки из Серпухова стали чемпионками школьной баскетбольной лиги КСБаскет Московской области. Ученицы 18-й школы выиграли финальную игру со счетом 52-23. Соперники команды из Пушкина. В чем секрет их успеха? Расскажем далее. С этого начинается каждая тренировка баскетбольной команды школы номер 18. Поддержка и позитивный настрой должен быть в каждой игре, независимо от уровня соревнований. Это и есть настоящий путь к успеху. Баскетбол – это командная игра. То есть здесь все должны быть сдружены, сплоченные. Поэтому, как знаете, как часы. Если один механизм выпал, то часы не работают. Поэтому заряжаю своей энергетикой, то есть что-то подсказываю, рассказываю из своего опыта. Тоже занимался много лет спортом. Родом с Рязани. Тренер баскетбольной команды, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. В юности занимался в специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва. Стритбол стал новым увлечением в институте. В школе преподает с момента ее открытия. Успехами своих воспитанниц гордится. Команда 18-й средней стала чемпионом школьной баскетбольной лиги КСБаскет Московской области. Спортсменки обыграли команду из Пушкина со счетом 53-23. Перевес в основном произошел во второй половине, второй четверти. В третьем уже просто мы дожимали соперника, и немножко на нашу сторону все перешло. И уже не сказать, что даже концовка была нелегко. Перебор фолов наши лидеры сели, поэтому было очень... То есть мог произойти камбэк, и неизвестно, как четвертый закончился. Победа с большим отрывом – это показатель мастерства и усердных тренировок. Капитан команды Софья Алтухова признается, эмоции от результата нахлынули не сразу. Сначала я не осознавала этого, но когда увидела, что команда радуется, полностью поняла, что время закончилось, я выплеснула эмоции. На видео трансляции игры видно, как мы все радуемся. Я была очень рада. В первую очередь вера в себя и стремление к победе. Каждый игрок команды очень хотел пройти дальше и сделал максимум для этого. Для школы это большой успех. С победой команду девушек поздравила директор Мария Арсеньева. Сегодня мы от всей души поздравляем сборную команду школы номер 18 с победой в финале регионального этапа Всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги КСБаскет. И разрешите мне сегодня вручить вам именные грамоты. Выносят торт победителям. Вместо праздничных свечей счет 52-23. Впереди у девушек финал Центрального федерального округа. В нем примут участие лучшие команды из 17 регионов. Игры пройдут в начале марта в городе Кострома.